Моя голова. Стой. Это аниматроник, не трогай меня. Нет, я добрая. Слушай, тебе отсюда пора бежать. Меня зовут Мангл, я тебя спасла. На тебя ночью напал... Ой, утром напал Фокси. Короче, долго объяснять. Фокси идет. Не оглядывайся, просто иди и спасайся. Токс. Я сказала, не оглядывайся, беги. Ты кто? Еще раз, Мангл, да? Да, да, да. Неважно, сейчас беги. Дай на тебя посмотреть. Нельзя. Беги, быстрее. Вентиляцию куда? По прямой. Ладно. Как делишки, ребятишки? С вами снова Виноград. И... Я не понимаю, я же не приходил в эту пиццерию. Так, ладно, она... Мангл... Меня спас аниматроник? Ничего не понял. Так, ладно, но она сказала идти спасаться, поэтому я сделаюсь потише. И, видимо, пора реально бежать. Окей. Хоба. Что за... Вот. Тихо-тихо, друзья. Чё так... Да блин, чё так резко сжало вентиляцию? О, она нагнулась в другую сторону. Блин, я падаю вниз. Главное, если делать тихо. Я тут ещё звучу. Ух, ребятки. Очень сложно ползти, она нагибает совсем вниз туда. Как я понимаю, я сейчас над крышей пиццерии. Ладно. Да давай. Фух. Я больше не могу. Она нагибается вот в эту сторону вентиляционную, вот в эту. И сейчас вообще не могу ничего сделать. Толком. Оба, еще немножко. Это, блин, я скатываю. Так, аккуратней. Нет, я зацеплюсь. Нет. Ну, блин. Блин, а почему она нагибается-то, а? Может, плохо держится и поэтому-то? Так, плохо. Хоба. Что за ерунда? Оба. Фух. Андрей, соберись. Так, ладно, поползли еще раз. Да нет, я никого не видела. Фокси, ну сколько раз тебе повторяться? Я никого не видела. Да я знаю. Ты спасла этого вонючего охранника. Почему ты не хочешь убить его? Он же такой хороший. Что он плохого он сделал? Он... Да... Господи, я из-за тебя... Ай! Я из-за него. Мы все... Какой я? Мы все из-за него в этих дурацких костюмах. Нет. По лицу же понятно, что это не он. Но ты лучше всех можешь лицо определять. Но это же понятно, что... Это не он. Да. В смысле не он? Это он и есть. Что... Что за звук сверху? Ой, ребята, тихо. Ну ладно. Пошли сюда. Ай, Фокси, куда ты меня тащишь? Ай. Иди за мной. Тихо, тихо, друзья. Ой. Да. Фокси, что ты делаешь? Признавайся, где он? И что там за стуки-то сверху? Ладно, без разницы, что за стуки. А может быть, это тот парнишка? Это тот парниша, я знаю. Это ты его прячешь, да? Ты отпустила его в вентиляцию. Опять стучит. Это он. Я. Ты думаешь, что сможешь спрятать от меня этого парнишу, да? Думаешь, что спасешь его. Ты не спасешь этого парнишу.
Мы отомстим ему за то, что мы в этих костюмах. Но, Фокси, ну как ты не понимаешь? Это не он! Так, друзья, лучше обратно отползти. Да как не он? Это вылитый он! Ну, Фокси! Слушай меня! Нужно уже до конца. Хопа, хопа. Да, запрети его в этой камере. Что, Чика? И ты туда же? Да, как вы с этой Мангл не понимаете? Этот парниша из-за нас. Фу ты, блин. И ее, короче, в клетку. Парниша, если этот сейчас ты надо мной ползешь, то знай, я тебя найду, и я тебя ничего не оставлю. Я знаю, парниша, ты где-то здесь. Я сейчас пойду в комнату Мангл, и если я залезу в вентиляцию, точнее, не залезу, а посмотрю, залезать в вентиляцию и ползать по ним, это не для меня. И хоть малейший звук или намек услышу, что и увижу, что ты там был. Знай, парниша, тебе такой трындец будет конкретный. Просто капец. Так, друзья. Что делать? Так, что делать? Ползти. Почему она нагибается в ту сторону? Я вот так вот неровно. Ладно, друзья, не сдавайся, Андрей. Все получится. Виноград, друзья, никогда не сдается. Подумаешь, я Стив теперь. Но я же все равно занимаюсь своими виноградными полями. Погнали. Ради Зитруши. Ради этой Мангл и Чики той, которые меня спасают. Я должен... Друзья, получается, мы должны спасти эту Чику с Мангл. Ну, потому что я не хочу их так оставлять, они меня спасли. Ну что, парниша? Парниша, парниша, парниша. Ой, он кричит прямо в вентиляцию. Пора смотреть. Ты здесь? Ты здесь, ты здесь. Признавайся, признавайся, признавайся. Да неужели это опять летучие мыши? Мыши, мыши, мыши. Ладно, ладно. Так, тихо, тихо, тихо. Так, тихо, друзья. Аккуратненько. Не спеша. Ты немножко... Да нет, нет. Ёлки. Назад меня тащит. Та, не тащит, а тащит. Она... Нет, 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 вот туда я точно не хочу. Вот к Фокси я не хочу к этому. Я уже запомнил, что это Фокси. Парниша! Я чувствую, ты просто молчал от страха. Ты не хотел ничего мне отвечать. Ты просто боишься. Парниша, ну ты как ты не понимаешь? Я знаю, что ты ползешь по этой вентиляции. Хочешь от меня спрятаться, но у тебя ничего не получится. Ты это понимаешь? Да, молчи. Вы достали эти вонючие людишки. Все время чего-то боитесь. Боитесь делать маленького решения всего лишь. Например, купить себе Лейс или Кока-Колу. Блин. Когда видите что-то немного страшное, вы дрожите, как будто бы это просто капец какой-то. А, если вы видите пробку в очереди, а вы куда-то торопитесь, нет, вы обязательно нервничаете, дрожите от страха. Идете на какое-то собрание, и у вас кто-то спрашивает, а вы не знаете ответ на этот вопрос. И вы дрожите, опять же, от страха.
Я это ненавижу! Но не беспокойтесь. И ты, парниша, я из вас сделаю настоящих умниц. Ну ладно, парниша, пока можешь, развлекайся. Да, молчи, молчи. Теперь делаем вот так вот, вот так вот. Чё? Что-то я не понял, это ещё что за ерунда такая. Ладно, оба. Ой, опять фонари эти горят. Нет, я упал. Господи, там фонари эти светятся так сильно, как будто бы утро. А это что за тотем? Моя голова!